Всем приветики, всем доброе утро. Проснулся немного пораньше, чем девчонки. И уже жарю оладушки куриные. Самые вкусные оладушки на планете Земля. И самые вкусные курицы, которые только есть в станице Северская. Я вам показывал, где я курицу покупаю. Так, чем мы сегодня, чем займемся? Все как всегда, день сурка. Сначала Алису в школу. У нее сегодня продленка. А потом поедем по Юлиным делам, делишкам. Вот моя булочка проснулась. Все еще лохматенькая девочка моя сладкая. Сейчас покушает, умоется и погоним, да? Как оладушки. Ребенок оценил без лишних слов. Лопает за обе щеки, уплетает. Значит, вкусно. Реально вкусно, да, доченька? Всем приятного аппетита, хорошего дня и прекрасного настроения. Вышел на улицу. Коротко расскажу о погоде. Снега больше нет. Вот это все, что осталось. Вчера уже было плюс 15. Все растаяло. И снега больше нет. Ждем теперь, пока все высохнет. Все высохнет, а на выходные опять обещают, короче, минусовую температуру, опять осадки, и вообще на всю следующую неделю минус обещают, то есть к нам снова вернется зима. Вот погода, да, в Краснодаре в этом году. Раньше такого не было, первый раз такое у нас. Приехали в школу. Алиса сегодня с собой на продленку взяла игрушечки. Целую коробку. Привет, Юляшка. Тебя-то мы сегодня еще не видели. Да, модница. Супер. Ну-ка, покажи меня, как я выгляжу. Мне писали, что классно это делать. Это, кстати, по-моему, коллекция Святого Валентина. А, коллекция Святого Валентина? Да, да, да. Леша тоже сегодня в новеньком. Это Фаррелл. Фаррелл. Смотрите, вот значки везде. И Фаррелл. Все, давай. Красавчик. Я стесняюсь. У нас тепло, жара. Что-то там у мышонка авария. Я басиков в школу взяла. Да-да-да, я уже сказал, но... Босюнят. Я их положу в пакет для обуви. Да мы уже быстрее зайдем, пока ты застегнешься. Пока-пока. Что, новый хлебушек конопляный? Нет, конопляного нет. Да? А я название увидел, прочитал. Ну как он? С перцем. С перцем обалденно вкусный. Вот он, ржаной перец. Вкуснятина. Круассан. Я вот такой еле буду брать. Миндальный. Ну все, сейчас кофейку тяпнем и погоним дальше, да, Юля? Да. Юля выкладывает пост в Инстаграм. Хлеборже, потому что я в тот момент, когда она селфилась, я стал возле окна у машины. И там так получилось, что я на заднем фоне с булочкой и с кофе. Да. Прикольно. Очень круто. Так. Вкуснятина. Смотри, какая сегодня погода шикарная, а? Церковь такая красивая. Приятного аппетита. Я знаю, ты обожаешь, когда я тебя снимаю в то время, как ты кушаешь, так же, как и я. Мукбанг. Мукбанг, да, да. Приехали с Юлей в клинику в Екатерининскую, что на Кожевенной находится, на берегу Кубани. Вот. Она пошла к эндокринологу. После УЗИ надо сходить еще к эндокринологу, посмотреть ей там результаты, ну и проконсультироваться. Вот какая красота. Стою в Краснодарском крае, а вон там уже Республика Адыгея. Видите, какие там домики красивые стоят. А это все дачи. Вот с такими дворцами дачи, с выходом на берег реки Кубань.
Видите, у кого-то вон лесенки, специальный спуск на набережную. У кого-то вон есть даже ворота, значит, там снизу лодка, скорее всего, должна стоять летом. И можно кататься, кайфовать. Очень много на квадриках летом катается ребят здесь, по Кубани, по реке. Балдеж. Снежка немного еще осталось. Но скоро он растает. Если успеет растаять к выходным, то на следующей неделе опять минус обещают. Причем на всю неделю. Ну давай я выйду немножко, чтобы ты сел. Ну что, рассказывай. Или не будешь рассказывать? Себя на канале расскажу. Так, все, едем дальше по твоим делам. Ты мне адрес скажи, куда я сейчас навигатор подключу и поеду. Гимназическая, 51, нотариус. Пропускаю машину. Приехали к нотариусу по Юлиным делам. Сейчас вам покажу кое-что. Тут здание такое старое, смотрите. Ничего не замечаете необычного. А как вам вот такое вот? Дерево растет с подоконника. Нормально? Отличненько. Даже видите, тут подпорочка какая-то для него или что это, я даже понять не могу. Корни. Все как положено. Интересно, откуда оно растет? Ну, прямо из стены. Обалдеть. Летом, похоже, распустится. Вон там еще дерево растет, смотрите, вон там, вон видите, на самом верху тоже растет из стены. Красота. Вот что природа делает. Кстати, коротко о погоде. У нас сегодня плюс 13 градусов, тепло. Я вот жилетку снял в одном спортивном костюме, потому что мне жарко. Я из машины тем более не выхожу, жду Юлю, вожу ее по ее делам. У меня ничего сегодня особенного нету, никаких дел нет. Все дела только у Юли сегодня. Люди все вон в легких курточках. Снежок уже почти весь везде растаял. Ну, видимо, вот где чистили, кучки остались еще. А так все уже везде растаяло. На дорогах нигде снега нету. Читай-город, выбирать подарок. В Читай-город? Выбирать подарок. Алиса пойдет в воскресенье на день рождения. Еще нам обязательно нужно будет с тобой, с Алисой, съездить в магазин, выбрать ей наряд. Завтра. В чем она пойдет? А, ну завтра, сегодня ладно. Сегодня надо позвонить. Все, завтра я еду сдавать анализы. И завтра мы тогда целый день будем опять в городе. Ну ничего страшного. Так, я кушать хочу, я голодный. Поехали. Куда? Кубанская набережная, это кафе. Вот, ресторан. Да Кубанская набережная, это кафе, не работает. Ты забыла, нет, наверное? Нет, пушкинист я не пойду. Ну, во-первых, мы одеты с тобой по-спортивному. Мне, ну, некомфортно будет. Мне вообще пофигу, как мне одеты. Я кушать похочу, я голодный. Не. Шаурма мне уже надоела, хачапури тоже. Мачо-пицца, блин. Я даже не знаю. Я хочу хачапури, я хочу картошку. Опять хачапури. Я хочу картошку под сыром. Короче, я пошел оплачивать стоянку. Потом разберемся. Я не хочу хачапури. Опять эти хачапури, блин. Сколько можно эти хачапури кушать-то? Уступил я все-таки своей любимой. Мы опять приехали
хачапури, наш любимый хачапури, сидит там, по телефону трещит. Сейчас начирикается и пойдем. Я, наверное, ушицы сегодня похлебаю. И посмотрим. Принесли нам чаек. Я не знаю, что за чай я заказала. И сейчас уже салатики принесут. Салатик у меня чабан или не чабан. Я не помню. В общем, здесь овощи и сливочная заливка. Вкусный салатик. Заправка у салата была такая вкусная, что я его весь просто слопал. Весь. У Юленьки харчо. У меня ушица. Пахнет обалденно. Аромат невероятный. Вкусно, как ты любишь. Мы уже приехали в Таврис, покушали. Вон он, читай город. Сейчас пойдем выбирать книгу в подарок. Нас вообще интересует Дисней. Но тут в детском очень много выбора. Юля куда-то далеко ушла, по-моему, у нас. Юль, детская вон там, пойдем. Выбрали в подарок вот такую книгу Диснея «Холодное сердце». И все это будет в подарочном пакете. Happy birthday. Сейчас мы это все еще запечатаем и упакуем как следует, чтобы было все красиво и нарядно. Решили не брать мы ничего. Без Алисы. Сейчас Алиса у нас уроки закончит, заедем еще раз, короче. Выберем. Посмотрим все. Да. Приехали в школу за Алисенькой. Сейчас ее заберем и решим, куда дальше. Домой сразу или все-таки заедем в Читай-город. Так, все готово, едем. Ребята, мы приехали домой. Никуда мы не стали заезжать, ни в какие магазины больше. Дело в том, что позвонила Алиса и сказала, что чувствует себя не очень хорошо. Сказала, что у нее болит горло, ну, и сопли у нее. Да. Поэтому мы решили сразу же ехать к ней. Завтра в школу. Забрали ее из школы. Заехали в магазин, но покупали кучу фруктов. Угу. Завтра будем сидеть дома. Ребеночка будем беречь. В школу не пойдем. Угу. Сейчас приехали первым делом. Ей мироместином горло побрызгал. Дал ей витамин С. Сейчас ладошки подогрею. Но она пропотела, она в машине спала, наверное, часа полтора. Даже просыпаться не хотела. И вот сейчас я сняла куртку, у нее футболка просто мокрая насквозь. Она замерзла сегодня, потому что она мне сразу пожаловалась, когда я ее отводила, что ей холодно, когда я куртку сняла. Она говорит, вот лобик холодно. Я трогаю, а у нее да, холодно. А я подумала, что мы стоим около двери. Я говорю, Алис, ну тогда иди скорее в комнату, ну туда, где у них продленка. Я говорю, иди туда, здесь дует, наверное. Ну, наверное, ее продуло, я так думаю. Ой, любимая, любимая. Давай, завтра дома посидим, если все будет хорошо. Послезавтра. Послезавтра пойдешь в школу. Угу. Если нет, будешь дома до понедельника. Да. Вот такие вот сегодня были дела. Всем пока-пока.